Друзья, всем привет! С вами Александр Дагадин и Диана. Играем в игру One Level 3. Замок. Посмотрите, у нас сколько боссов открыто. По-моему, осталось у нас... Нет, вот еще один. Вот еще два боссика. Да. Сейчас мы рубанем. Так, мы остановились. 261 уровень. Чик-чик. А, ножницы. Так-с. Что тут с этими ножницами можно сделать, я уж не помню. Ой-ой-ой-ой-ой. А, смотрите, я понял, как можно их обмануть. Вот так. Сейчас они вниз пойдут. Потом вот сюда. Давай, ножнички. Так. Теперь мы вот так делаем. Хоп. Давай, быстрее лифт. А почему ножницы так медленно идут? Ну, если они будут быстро. Воу! Оу, блин, если ёлки. Если они будут быстро, то все. То мы ничего не успеем. Да. Хорошо, они медленно идут. Ой, сейчас они разгнались, да? Да. Короче, он понял, что мы сейчас туда пойдем. Сейчас посмотрим, пойдут они за нами, нет? Ой! Ай-яй-яй, ребята, капец. О май гад, может надо их к огню? О, смотри. Фига, во! Давай быстрее, быстрее лифт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Капец. Капец, капец. Просто капец. Почему это сделал, если мне смешно? Смотри, ждем здесь. А, нет. Вот сюда надо их. Сейчас они пойдут вот сюда. Эй, ножнички. О, давай, давай, давай. Так они нас разрежут сейчас. Не, а мы вот так сейчас. Хопс. Давай быстрее, летяй. Летяй. Воу, все, бежимся. Как я его назвала? Лентяй. Круто. 262-й, какая-то мельница. Вот так, наверное, пробежать. На которой нет шипов. А как мы обратно? Слушай, обратно как? Может на нее нажать? А вот это? Нет, я, короче, понимаю, надо быстро, когда он еще не показал нам вот эту штуку. А, прыгнуть? Нет. Во, смотри, там можно прыгнуть. Смотри. Вот так. Оп. Нормально. Ты покатался. Оп. Можешь еще покататься? Еще покататься? Да. Ну а сейчас на обратном пути покатаешься. Ой-ой-ой, не побежали. Сейчас проиграем еще. 263-й, давай играть. Попрыгунчик какой-то. У меня такой же мячик. Бумс, бумс, бумс. Офигеть. То есть не у меня, а убегаем. Маленького ребеночка одного. Давайте, давайте, давайте. Опс, опс. У меня такой же шарик, только оранжевого цвета. И без глаз. Слушай, и без как нам? Оп. Офигеть. Чуть нас не поймал. Он чуть нас не... Быстрее, быстрее. Валим отсюда. Он за нами идет. 264 уровень. Вот это босс. Это последний. Последний босс? Да. Нет. Там предпоследний, еще... да? Нет. Это, там еще один есть. Слушай, и что, как нам... Да стой ты там. Зачем ты идешь к кулакам? А, надо просто стоять. Да, просто стоять, все. Давай стоим. Сейчас он будет кулаками долбить. Чтоб тебя. Ждем-с. Бумс, бумс. Я такой уже где-то... все, я понял, как надо сделать. В общем, смотри, сейчас он каким кулачком будет. Вот этим сейчас. Вот, вот сюда встаем. Хоп. Вот сюда. Вот сюда. Какой он глупый. Ты видел, что он сделал? Да. Какой он глупый, да? Угу, вообще, смотри, какой. Г.
группы Шмель. Шмель. А почему в этой дерется. Почему в этой тюрьмашке всякие злобные боссы? Оп, смотри, смотри. Хоп. Сейчас, сейчас, Диан, играем на одном дыхании. Почему? Блин. На одном дыхании все уже испарились мы. Тут надо все быстренько делать. Большой шмель. Почему у него белые глаза? Злые, да, глаза у него? Да, у него какие-то белые. Надо смотреть. Сейчас он вверх поднимет. Так. Придавил. Вот это прикол. Вот это смешной прикол. Вот это прикол. Что-то засмотрелись. На кого? На его голову, что ли? Ой. Слушай, я знаешь, что хотел попробовать? Что? Допустим, он сейчас опустится. Если мы на кулачок. А, просто на кулак, если подойти, он сразу погибает. Да. А, ты же сюда шел, и он тебя убивал. Да, сейчас вот так вот ждем. Бумс. Теперь здесь. А почему он вот так? Бумс. А почему у него шмель же нет рук? Не знаю. Куда он? Вот так. Потом куда? Так. Не хрена себе. Он что, в камень-ножницы играет, что ли? Да вообще, смотри. Походу, он в камень-ножницы играет. Давай, шмель. Ой, смотри, смотри, смотри. Офигеть, обманул. Слушай, а может как-то его надо убивать тут, нет? Может, как-то прыгать надо? А как мы его убили? Смотри, я видел, здесь они опускались. Смотри, когда он топчет. А-а-а, смотрите, друзья. Наверное, когда до кулаков. Да, до кулаков. Потолок опускается, когда он долбит. Да, потому что если сильно долбить, то может дом разрушиться. Точно, смотрите. Так. Огромный? Если бы я была огромной... Я бы... Он у нас малюнчик, да? Да. Вот чуть до конца. Так, осторожно. Хоп. Какой он поганый, да? Да? Вообще, на одном дыхании. Все, сейчас, наверное, уже близко до кулаков. О-е, друзья, прошли. Круто. Такой тяжеленький босяра. 265 уровень под прикрытием. Это как понять под прикрытием? Бумс. Так. Что нам уж туда? Ой. А он тебя заметил. А он, они отворачиваются, да? Нет. О, давай мы сюда. Хоп. О. Привет. Вот дай. Стоп. Привет. Привет, друг. Ты не видел тут Стикмана? А? Где-то он был? Ой. Походу, ты подошел. Да. Я тебя узнал. Где тут Стикман, друзья? Вот не видели его? Не видел. А, смотри, сейчас время кончится. Занимай сейчас. 15. Давай быстрее. Быстрее, Стикман, вор. Пупс. Ой-ой-ой-ой-ой. Полицейский четко. Блин. Полицейский не может. Ой, что-то вообще какой-то. Полицейский. Полицай. Полицейский какой-то кривой. Да. Так, нажимаем, быстренько бежим. А, ну ведь это же этот. Как его звали там? Стикман. Стикман. Слушай, а как нам отключить, наверное, эту штуку-то? Какую? Может, на кнопку нажать? Вот так. Ой, капец. Да, наверное, тебя заметил. Да. Так, хоп, хоп. Привет, здорово. Здорово, друг. А можно я за этим буду? Играть? О! Можно, да? Вот за этим. Сейчас, минуточку, Диана. Не вот за этого, а вот за этим двое. Буду говорить, ладно? Ага. То есть за трон. Ты кто? Ты сейчас новенький. Я у вас новенький, первый день работаю.
Поэтому я еще никого не знаю. Опс, опс. Меня зовут Катя. Меня зовут Гадя. Гадя, привет. О, смотри. Чё? Он погиб. Как они? А, все. Как они? Опс. А как они? Он взял ключ, короче, погиб. И все погибли. А, 266-й точно удар. Ого, точный удар, прыгаем. Ни хрена себе точный Бумс. Удар. Их не надо там как-то ударить, там может. Нет, это 267-й, внимательно считай. Так, внимательно считаем. А что считать-то? Раз. Раз. Может, 268? Нет. А что? Внимательно считай. Друзья, что тут надо сделать-то внимательно? Может, посчитать, сколько ты бегаешь? Сейчас посмотрим. Внимательно считай. 1, 2, 3, 4. Тут, может, не? Ничего? Нет. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. 36. Ну, куда посмотрим? 36, 0. Нет. 3. 3, 6, 3. Нет. Может, какой у нас сейчас уровень идет? Да я вроде сделал. 267. Нет, 6. Внимательно считай. Ничего тут не двигается у нас? Нет. Кроме этой штуки. Так, а что здесь можно посчитать-то? Может, сколько кирпичов? Кирпичики? Друзья, сколько будет 2 кирпича плюс 2 кирпича? Конечно же, 4. Поэтому... Внимательно, говорит, считай. Давай, пап, давай сделаем, как я сказал. 1, 2, 3. Пап, давай сделаем так. 2, 2 и 4. 2, 2, 4? Да. Не, не подходит. Так, я что-то не могу сообразить. 3 окошка. Давай так смотреть. 3 огня. Затем. У нас одно окошко, пап. Нет, вот 3. А, да, 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 да. 3 окошка. 3, 3, 1 и 1 рычаг. Может, 3, 3, 1? Нет. Внимательно считай. Ну что мне, что нам считать? Что считать-то внимательно? Может, он хочет зубчики посчитать? Зубы? Кирпичи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 18, может быть. О, 11 что-то там было. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, посчитали этих. 268-й, тайная угроза. Ой, что за фигня? Тайная... Ой, опять. Опа, офигеть, смотри, друзья. Стоят капканы какие-то. Какие? Покажите. Вон, смотри. Ну, что за капканы? Я на них... И они, опа, невидимые, видишь? Да. Значит, они друг к другу стоят. Короче, запомнил, где надо стоять? Да. Ой! Ты что-то как-то пошел прямо, вообще, и все. Вообще, я что-то... Б. Это Б. Что-то мне там как-то по голосу... Что-то мне, да, слово Б. Блин, не нажалась кнопка опять. А может, она специально не нажимается? Может быть. Чтобы мы проиграли. Чтобы мы проиграли, да? Попробуй еще установить. Офигеть, появился. Вот еще один, как его там звали, капкан, что ли?
Ну, это зубчики, да, вот эти? Зубы. Это зубы. Это какие-то клыки. Да, так. А может, это вампир вытащили свои зубы и посадили туда? Осторожненько. Ага. Хопс, взяли. Так, вот теперь главное здесь. Угу. Фу, прошли, друзья. Да. 269-й прыжок, еще прыжок. Может, пузырь надо взять? Может, на него? О, как так? Бумс. Прыжок, говорит, еще прыжок. Куда прыгать-то? Ты видишь, когда ты прыгаешь, он взлетает. Нет, я ничего не вижу. Да, давай, нажимай, прыгай, все. Что, не можешь прыгать? О, ты наступил на него. Прыжок и еще раз прыжок. Вот, оказывается, как. Да, то есть, в общем, понятно, на эту штучку прыгаем, нажимай прыжок. Только это очень сложно. Можно я попробую, я метка? Сейчас. Я как меткий стрелок. Можно? Погоди, да. О, офигеть, мы прошли. Только обратно как-то пройдем. Да, очень сложноватенько спрыгает он так, как вообще, как на батутике, да? Да. Так, пяу, пяу, пяу. Сейчас главное нам здесь с тобой. Можно я буду говорить пяу? Не проиграть. О! Молодец, папа! Так, 270 уровень. Босс, ну, босс, босс. Ой, а что это я сделал? Ты туда поставил коробку. А может, мы вот так вот? На кнопочку. И что? Ничего не происходит. Ну и как нам быть? О, и всего-то! 270 уровень, вообще легкотня. Легко. Друзья, ну если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк. И подпишитесь на наш канал. Увидимся в следующих сериях. И не забудьте отправить это видео своим друзьям. Точно. До скорых встреч, друзья. Пока.